Вот оно, это озеро. Потом расскажу. Вершинь пухалка! Смотрите, босиком. Ты чё? Всем приветик. Мы собираемся на прогулку, как я и говорила в прошлом влоге. Сегодня поедем, посмотрим одно озеро. Маленькое-маленькое. Но очень красивое. У тебя носки прям под цвет волос. Да. Все собрались? Да. Их нужно очень хорошо затягивать. Надо снизу начинать затягивать сначала. Вот отсюда? Да, вот отсюда сначала. Вот эти две, потом вот эти две, потом вот эти две, а потом вот эти. Все готовы? Что? Она не убежит, не больше. Так, все? Все телефоны взяли? Камеры взяли? Фотоаппарат взяли? Все, пошли. Выходим. Ключи возьмите, кто-нибудь квартиру закрыть. Пойдем. Быстрее. Нету там паучков. Ты боишься паучка? Да, один раз. В машине, да, нашли вчера паука большого? Пойдем. Я надеюсь, там маски не нужны? Все, поехали. Поехали! Подъезжаем почти. Ксюшку укачала, как всегда. Мне кажется, нужно ей какие-то таблеточки купить специальные, чтобы не укачивала. Ну, я видела, что нужно заклеивать пупок. Заклеивать пупок? А, точно, я тоже где-то слышала. Скотчем, да? Нужно попробовать. Бедный ребенок. Укачала ее. Ну да, мы когда ехали, там есть... Очень много поворотов. Смотрите, там уже снег в горах. Мы уже приехали, осталось минут 5-6. Приехали, там очередь такая огроменная просто. Ну да, сегодня погода хорошая, все едут на природу. Да, да, я смогу здесь выйти. Близко, конечно, но... Ой, что нам так всегда везет с очередью. Ну... Красиво. Макс чупа-чупс упал на пол, потом он взял, потом какая-то... Помой, да? Да, помой. Это какая-то, помнишь, у нее у дочки чупа-чупс упал? Но почему на Боньку своего не взял? Еще к нам сюда Боньку не хватало. Вот она, это озеро. Очень красиво, оно маленькое. Блаусы. Вода прозрачная-прозрачная. Видно все камушки. Осторожно, Макс, близко не подходи сильно. Папка фотографирует. Ксюнечка. Домой хочу, Ксюша, как всегда. Домой хочу. Ты мне лужицу сделаешь такую дома? Да. Возле дома? Да, чтобы прозрачная водичка была. А почему тут нельзя купаться? Ну, как это почему? А где ты здесь? Здесь же камни везде. Так, здесь нужно осторожно. Туда тоже можно идти? У нас тут фотосессия. Карин, иди сюда, не мешай. Там же там посередине. Водичка прям прозрачная-прозрачная. Прям, нет, не знаю, чистейшая.
смотри, маленькая рыбка. Видишь, она вверх пошла вниз. Questo è un lago, questo è un lago particolare pieno di trotte, è una attrazione turistica. Guarda cosa c'è. Questo è un lago. Guarda lì. È proprio sulla montagna, guarda, c'è la scarpa. Ноги чуть вот так вот раз, да, вот так. Одну вперед, другую, да, вот так. Каролина, иди сюда, папа фотографирует. Каролина, иди сюда. Сюда смотри на папу или на меня. Ну, нормальное лицо сделай. Так, мы уже половину прошли. Здесь можно барбекюшку делать. Кушать. Так, все, идем домой? Да. Ксюша сказала, что она больше никогда с нами не поедет никуда. А кто тебе? Надо было куртку надевать. Может, курточку наденешь? Курточку наденешь? Нет? Что смешного? Потом расскажу. Давай рассказывай. Я была тут рука, тут у меня это, вот это. Ну. Я тут, я так грею там, потом у меня база, да, грею. Ой, я тебе что-то сказала. Так, все, мы уже на выход идем. Я уже, если честно, сама замерзла. Я уже 2 часа назад умерла. Прохладненько. Тут заблудиться можно. Ну, красиво очень. Все очень-очень красиво. Да? Понравилось? Ну, я знаю, что Ксюше не понравилось. Она вообще не любит такое вот всякое, знаешь, похождение. Ой, Вирсин Тухаусе! Давайте, рассаживайтесь. Дай мне немножко. Там она пустая. Маргарита, хватит. Так, все, поехали. Маргарита, она пустая. Нельзя детям энергетики пить. Да, можно. Нельзя. Все, поехали, замерзли. 14 лет. А тебе 12. Да, я еще 2 года. Ну, так что сиди молча. Так, все, пристегнулись. Так, у нас тут перекус. Мы заехали в Макдональдс, потому что уже прям, ну, хочется кушать. Да? Очень кушать хотели. Считай, мы, дорога у нас была почти 2 часа, плюс там ходили 2 часа. И сейчас еще домой ехать почти 2 часа. Поэтому мы взяли. Девчонки взяли меню. Что ты там взяла? Мэк-чикен. Домой? Ты дома будешь кушать? Да. Хорошо. Ты дотерпишь? Да. Ну ладно. В общем, папа тоже тут. Картошечка у нас. Я не захотела. И я только... Ой-ой-ой. А нет. А я только себе заказала мороженое. Хорошо, такой пробки нет. Смотри, как много машин, а. Куда они все едут? Даже автобусы. Да, повезло нам. Кстати, мы сегодня время перевели на час назад. Поэтому теперь у нас с Москвой 2 часа разницы. Смотрите, босиком. Маргарита, ты где твои потеряла? А? Ой, что-то не могу, у меня голова шварит. Укачала, да, дорога такая? Очень нехорошая. Там столько поворотов. Ксюш, у тебя что-то там пластырь какой-то на кофте. Откуда у тебя пластырь? Вот он. На. А где Бончик наш? Все, в туалет сразу все побежали. Быстро все в туалет сразу. Фух. Все. Включай компьютер, нужно записать концерт. Сейчас запишем концерт, и Ксюша сможет смотреть его. Хоть 1 000 000 раз. Каждый день. По несколько раз. Все, записываем с экрана. Ксюша. Включили запись. Записываем. В общем, час будет записываться. Время у нас сколько? 6. Ой, время 7. 7 часов, да. 7, 8, 9, через 2 часа уже спать. Записали мы концерт. Ура! Я сейчас сидела, прям еще раз слушала целый час. Можно смотреть, когда хочешь. Когда Ванюшкин.
Будем спать собираться? Гулять. Завтра в школу. А, гулять. С ней никто не гулял, когда мы пришли. Давайте. Пони, гулять, пойдем. Гулять. Ай, можно без поводка ее отпускать. Чего? Потому что она придет, она ночью не убегает. Она убегает только днем. Оставьте? Да, оставьте. Пускай бегает. Она все равно придет. Нельзя. Иди гуляй. Все, пока. Такая смотрит. А, почему меня оставили на улице? Бонни, это не твое место. Ксения. Она не туда прибежала. Ты че? Застряла, что ли? А? Ну не выходит. Ну хорошо, ладно, оставь ее, потом выйдет. Бонька, место. 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 Все, спать. Ну, давай, спокойной ночи. На час больше. Ну, сейчас, по идее, 10:38. Но мы поменяли время на 1 час назад. Сейчас 9:39. Все, спокойной ночи. Все, всем пока.